Да ничего, пошли третий дом обыщем. Все, мы тут получили эти. Да. Ой, боже, второй мой по любимости дом. Как говорится, знаешь про эту песню, про этот дом уже, типа, полюби меня такой, какая я есть. Правильно? Ты что, сразу, тебе сразу кидать карту? Ну, на всякий случай, давай. Потому что я этот дом терпеть не могу, а ты любишь там призрака ловить. И я знаю, ты особенно обожаешь картины. Я обожаю. Кстати, там под картиной есть яйцо. Типа картину надо снять? Потревожить призрака? На последнем издыхании взять яйцо? Не, ну... Скажем так. Сначала я попробую свои силы так. Вот сразу два яйца. Вот тепленькая пошла. Так, ну если ты увидишь яйца, то тоже как бы их хватает, так невзначай. Ну, хватает. Проблема в том, что этот дом еще и круговой. Сука. Яйца могут быть снаружи. Я, конечно, сомневаюсь, что их будет много. Ну, мудозвоны вполне себе могли этим заняться. Хотя я пока не вижу ни одного. А ты? Ну, я снаружи подобрал уже яйца. Ну, снаружи вначале я подбирал. Я имею прям в виду вокруг дома. Ну, я пошел внутрь. О, яйцо. Значит, любимое место, чтобы прятаться. Твое любимое место в доме, в котором мы почти не играем? Угу. Неплохо. Диване два яйца аж. Вот они там вместе сидели, никого не трогали. Чё ты к ним лезешь? Вот, здорово. Тут еще одно яйцо за диваном. И... Ну, я так понимаю, что они тут везде 52 яйца, да, добавили? Походу. Вот еще одно яйцо. Блин, я теперь тоже захотел шоколадных яиц поесть. Не, ну киндер покупать это как-то странно, мягко говоря. Ты чё, купил, вспомнил. Не, ну типа или там... купил, сказка. Не, знаешь, они... Не в этом смысл. Там сейчас просто будет разочарование, потому что я видел, какие они нынче игрушки в киндер пихают. Это же, блядь, позорище. Понимаешь, в чем проблема? Шовенькие игрушки. Угу. Да они могли бы столько же пластика потратить, просто сделать что-то толковое. Я вспоминаю игрушки из Капитана Врунгеля приключения, знаешь, там где с белками и так далее. Эти игрушки были довольно богатые на детали и пластик, явно дорогие. Там был даже не пластик, чувак, там было что-то типа глина или что-то такое, оно ломалось, ну то есть оно ломалось как что-то такое, ну то есть это был не дешевый пластик. Ну так извините, сам... сейчас... Да-да? Сам на свой вопрос ответил. Да, но как бы всегда киндеры были недешевые, и сейчас они так как-то тоже грин по 60, по 70 стоят. Что, мало, что ли? Блять, было бы угарно, если бы они решили игроков зашкварить и одно яйцо прям внутрь унитаза положили. Представляешь, оттуда пожрать яйцо? Это упущенная возможность. Да-да-да. Походу призрак на втором этаже... комнате какой-то надо мной. Я слышу радио, но его нет возле меня, видимо, сверху. Да. Ты на втором этаже? Угу. Так, на первый этаж я обошел. Ну все, подходи ко мне, как говорится. Я буду таблеток. Потому что тут точно призрак, он где-то дверь уже открывает. Все, я вижу, где он дверь открывает.
Я вижу возле себя. Нет, это не то. Блять, и тут эта картина ебаная светящаяся, сука, ненавижу ее. Возле меня радио играет. Я его выключу. Но здесь, походу, призрак. И как раз вот под картиной яйцо. Яйцо так прикольно на подушке лежит. Мне нравится. Это королевское яйцо. Все, съем его. Вот за меня еще кукла, в которую можно иголки тыкать. Полезно. Сюда иди. Ебать, иди ко мне. Как тебе яйцо? Блять, подожди, не ешь, я его хочу сфотографировать. Блять, как его сфотографировать сейчас? Подожди, я его хочу с детской кроваткой сфотографировать. Сука, ребеночек. Охуенно. Ладно, я его слопал. Так, пошли, я тебе покажу, где комната. Иди сюда. Смотри, вот эта комната, где картина как раз, воу. А вот игрушка в кресле. Все, я пошел дальше яйца искать. А, во, иди сюда, Макс, я тебе еще больше прикольну. Чисто пошел яйца помыть. Блять. В прошлом доме так не. Йо, не, ну это твое, давай, ешь. Я уже свою с колясочки съел. О, не, ну это ор, пиздец. Не, ну прикольно сделали. Так еще и крипово, если честно. Это, знаешь, можно было видосик сделать, да? По-моему, психа, когда девушка моется, и помнишь, там к ней чувак заходит в ванну, и там типа вот так вот отдергивает занавеску, а там девушка, а прикинь, вот так отдергиваешь занавеску, а там яйцо такое кричащее. Я думаю... В этой комнате говоришь, да? Ну, по идее, там радио играло, во всяком случае. Вроде не активничает. Ну, опять же... Может он там, может он не там. Блять, тут такие игрушки криповые. Я хочу, понял, разных скриншотов поделать и сделать про... О, я понял, прикольное яйцо. И сделать потом, понял, просто заставку для начала видео по фазме и под конец видео, да? И будет просто одинаковая заставочка какая-то прикольная, где будет много разного напихнуто. Или, знаешь, может, две разные заставки. Одну для начала, одну для конца. Ну, потому что делать уникальные заставки для каждого раза, это несколько крипово, если честно. Ну, не крипово, в смысле, а странно. Ты можешь свет там где-то включить? Я включил только что. О. Какие-то шляпки одинаковые лежат. Да уж, такие, конечно, местечки. Не самые, прямо говоря, приятные. Ладно, походу у нас опять одно яйцо осталось где-то. Стоп, это призрак? Ты живой? Ну, пока что да, но скорее всего скоро нет. Я просто на самом верху. Я ебал просто такие, блядь, приключения. Он, походу, просто напугал. Я слышал шаги. Не, ну я как и бы... Он, походу, в другой комнате, он, походу, в соседней комнате. Он ко мне дверь закрыл, во-первых. Пидорас, блядь, кривоногий. Так, я сбежал, если что, уже.
С концами? А ты Да. наверху все яйца нашел? Но не знаю, все ли, но нашел. Сколько Ой, там у нас блядь. санити? Он атакует такой, он атакует. А ты в доме? Да, нет, я на улице уже. Он возле меня ходит. Я тут себе неожиданно нашел щелку за старым, этой, за старой посудомойкой. Не, нет, за старой Бегай, бегай, стиралкой. бегай, 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 бегай. Да куда убегай? Я тут заныкался, тут нормальное место. Не, ну все, он уже готов. Можешь убегать. Пей таблетки, то у тебя 4. Блять, три Как я буду? яйца. Три? Ебать. Так. Я взял камеру, и ноцы. Возьми книгу, что ли, может, радио. Пошли чуть-чуть половим его. Подожди, я просто вижу, что... Стой. Я вижу, что я вижу, что на улице сколько? 5 яиц на улице. А чё, 5? Мы 5 нашли? Подожди, давай посмотрим на улице. По-моему, все нашел. А тут нет никаких необычных местах, ну типа там на заборе. Вот это проблема, конечно, то, что с самого начала ищешь яйца, а после этого начинаешь штука играть, а потом продолжаешь яйца искать. И в итоге сколько ты их нашел, где ты их нашел, хуй его знает. Еще раз, что ты говорил там взять? А книгу. И... Блять, возьму спиритбокс, я понял. Да. Ты слишком долго думаешь. Судя вообще по прошедшим событиям, если честно, я бы взял себе, знаешь что? Смудж-стик. Ну, у Правильно. нас сейчас много, по идее. Так, а куда мне их ставить-то? А он только что трогал дверью в ту страшную комнату. А, то Но есть он прям в коридоре был? мне кажется, он в коридоре перед ней. Но он мне не отвечает тут. В правую комнату. Камера стоит хорошо, видно, что происходит в обоих комнатах. Не, в комнате он мне тоже не отвечает. О, есть, есть свечи. Светлячки. Идется той светлячки, да. И походу все же в страшной комнате. Ну, ты занимайся. А, подожди, ну не дотсы, правильно, а светлячки все-таки. Да. У нас только одни светлячки, да, больше ничего нет. Ну, походу, да. Вот так. Да, я бы сказал, охуенно. Я бы опять таблеток выпить. Которых нет. Не был? Да мы из-за своей глупой стратегии, мне кажется, эту игру проебали. Причем и по яйцам. Я предлагаю тогда следующую игру, если мы эту просрем. Ну, как бы денег много, можно и сдохнуть в случае чего, уже по-честному. Я предлагаю тогда начать следующую игру с быстрого поиска яиц вдвоем, с картой. Ну, типа, первый раз мы играем честно, да? Вот честно, мы смогли найти 49 яиц, по факту. Но надо признать, мы лохожопы. Правильно? Правильно.
Я только что слышал что-то. Я тоже слышал. Это знаешь, жрица? Я только что слышал что-то. Что-то? Да, что-то. Но где? Где-то. Вот это правильно. Но как бы дает это. Ну да. Так, ну я еще раз проверил унитаз. Внутри он... Опять что-то я слышал. Я, блядь, если честно, уже заебал это все слышать. Я услышал что-то, а где-то. Слушай, а может ты ему там накидаешь хотя бы крестов под жопу? Один кинул. Подожди, а сколько ты на крыше нашел? А, не помню. По-моему, недостаточно. Охуенный ответ. Нет, честно, вот тут, блядь, просто... Просто, блядь, лучший ответ. По-моему, недостаточно. Ну-ка, это ж у надо меня сейчас... были сомнения, что я как-то мало нашел там. Не, ну я просто думаю, это ж надо еще вот так вот отвечать. По-моему, недостаточно. У меня тоже тогда ответ по поводу этого дома. Мы, по-моему, недостаточно яиц нашли, как думаешь? Согласен. Так, ладно. Но их тут должно быть вообще 5. Я пока ни одного лишнего не вижу. Но это ж опять же тоже чердак, он такой. Так, я беру вонялку и иду искать яйца в доме. Опять. Ты в доме сейчас? Сейчас зайду. Я через задний проход зайду. Скажешь, когда будешь в доме? Я в доме. Хорошо. О, яйцо нашел. И я. Ну что? Я спал, все. Атакует. Все, они атакуют. Мясо к некоторые шкафчики можно открывать, а те, кто нельзя открывать. Да, согласен. Довольно. Довольно глупо. Ёб твою мать. Блять, ну мне, конечно, надо с крыши спускаться. Но этот же пидорас может неожиданно начать где-то там охоту. Поэтому что я сделаю? Я, пожалуй, пережду еще разок на крыше. Скажешь, когда он будет атаковать. Потому что, если быть честным, то мне немножечко стрёмно туда идти. Сейчас на него нарваться, а у меня нет ничего. То есть ни смудж-стика, ни хрена. Угу. Я вышел. Откуда? Из дома. Я кусками проверяю дом. Один кусок проверил, вышел, иду через другую дверь. В другой кусок.
А что так? А что так странно? Больше на улице быть и меньше между комнатами. Ну ладно, ладно. Так, я три. Блин, ну и что мне, вот идти, не идти? Подожди лучше. Что подохнет на втором этаже? О, закрыл. Что подохнет на втором этаже? Я вроде второй этаж просто тоже проходил перед тем, как на крышу подняться, и это проблема. В комнате призрака два яйца есть. Там я их вроде забирал. О, все, закончилось. Давай быстро кабанчиком бежи. Так, я первый этаж допройду. А одна комната осталась. Нашел. Я нашел. Было за занавеской на окне. Хорош. А ты видишь, второй этаж я хорошо проходил. Здорово. Че, покер на призрака уезжаем? Вот так вот, да. Причем по заданиям тоже посос. Ну, типа, затушить свечу несложно. Ну, может, этих накидаем крусифаев? Ну, один крусифай прямо у него в комнате должно работать. Угу. Он, видимо, из другого места начинал, и он уже успел передвинуться куда-то. Ну-ка, где орбы? Что-то орб не видно в его комнате. Но холодную температуру я тоже не видел. Spirit Box тоже не было. Допустим, Spirit Box не решает. Допустим, Dots мы не видели. И что он, это? Что? Тоже кинул что-то. И что? Он все еще в той комнате. То есть получается что-то Revenant, Ханту или Абаке? Абаке, я сам на Абаке поехал. Блять. Потому что у меня другая комбинация вышла, и Абаке единственная вообще. Да, ну ладно, чё уж так вот мы нашли яйца. По читерствам. Ну ладно, так, знаешь, на 95% мы прошли это без читерства, а на 5% мы прошли это с читерством. Ну, мы еще и угадали, это Абаке. Максим тупо заработал нам 115 ауды. 55. Да какого хуя у тебя больше постоянно денег? Что за дела? 65. Что? 65. Ну, все правильно, все хорошо. Типичный Дима еврей. Ладно.